Маленькая дочурка. Папочка, а когда я вырасту, я буду такая красивая, как ты? Ну, доча, я думаю, что ты будешь такая красивая, как мама. Нет, это долго. Я видела, как она встала, ушла умываться, потом мазалась кремом, потом красила губы, потом прическу делала. А ты встал, умылся и уже красивый. На днях соседка долго уговаривала кота слезть с дерева. Последняя ее фраза доконала всех соседей. Ну тогда, блин, не ори. Вей гнездо и ложись спать. В очереди за огурцами три женщины. Первая говорит: «Мне поменьше и потолще». Вторая: «Мне потоньше и подлиннее». Продавец, обращаясь к третьей: «Ну а вам каких?» «А мне без разницы, мне на салат». Женщина у врача: «Доктор, мой муж перестал удовлетворять меня как женщину». «И в чем это проявляется?» «Он абсолютно не реагирует на все мои попытки закатить скандал». Встретились на улице два приятеля. «Что с тобой, дружище? Ты весь исцарапан, под глазами синяки, одежда порвана. Давай тебя домой провожу». «Не надо, я из дома». К мужику в гости приехала вредная теща. Мужик затопил баню и пригласил ее туда. Сидят парятся. Вдруг теща окинула зятя взглядом и говорит: «Зятек, ну никак не пойму, за что тебя моя дочка любит?» «Показать?» Откинул полотенце, показал и спрашивает: «Я надеюсь, это останется между нами?» «Ну что ты, зятек, он у тебя такой маленький, что и рассказывать не о чем».